кровавый теракт в Кокосполе и совершенное азербайджанской диаспорой, азербайджанскими мажорами убийство русского парня Кирилла Ковалева. Это все стороны миграционной политики РФ, ставшей одной большой проблемой. Мы, партия «Другая Россия» Лимонова, не стесняемся, в отличие от СМИ и блогеров, называть истинные причины и истинных виновников. Во-первых, лоббистом завоза неграмотных кастеров является вице-премьер Марат Хуснуллин и его строительная мафия. Его друзья-бизнесмены, которым он с его подачи находит государственные тендеры. Владельцы строительных компаний и их покровители – это живое доказательство максимы, что у капиталиста нет родины и национального чувства.